В битве за Москву деревня оказалась в прифронтовой полосе. Вдоль реки протянулись окопы. В Дунино разместился госпиталь. С высокого берега по врагу били «катюши». В 2008 году при обследовании позиций советских войск одинцовские поисковики из отряда «Китиж» и местная деревенская община при поддержке администрации восстановили часть сооружений, которые составили целый военный музей под открытым небом. Спустя 10 лет воссозданные мемориальные объекты стали разрушаться, потребовался ремонт. На помощь музею пришли добровольцы, поисковики из отряда «Китиж» и Илья Муромец, участники ветеранских организаций «Краеведческое общество». Материалы для ремонта предоставила православная община. За день удалось реконструировать только половину проблемного объекта – стрелковой траншеи с пулеметным дотом.